7 ноября для всех людей, родившихся в эпоху Советского Союза, имеет особое значение. Россия сегодня отмечает 100-летие Октябрьской революции. Именно она положила начало созданию всего советского государства на территории России. В Махачкале прошли торжественные мероприятия, посвященные этой памятной дате. Коммунисты и сторонники партии со всех районов республики приехали, чтобы встретить великую дату. О том, как все происходило, расскажет Зумруд Гамидова. Октябрьская революция стала самым значимым событием 20 века. Именно с нее начинается новый этап человечества. Для пришедших сегодня митинг стал самым настоящим праздником. Но праздник не вооруженного восстания, а символ эпохи, которую принесла революция. Ровно 100 лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, изменив судьбу огромной страны. Победа Великого Октября открыла новую страницу в мировой истории. Сегодня ветераны партии, комсомольцы прошлись дружными колоннами по главной площади города. Несмотря на пасмурную погоду, все участники были в приподнятом настроении, ведь времена, связанные с целой эпохой в истории нашего государства, навсегда останутся в памяти потомков. Это не праздник, это скорее, это такой день памяти, который напоминает людям, что человек может и должен быть свободным. Он должен иметь возможность получать те социальные блага, за которые отдали жизни не только в прошлом веке, в 17 году. По мнению коммунистов, Октябрьская революция, несмотря ни на что, была и остается знаменательной вехой в жизни человечества. И имела большое значение, в том числе для Дагестана. Наша республика, установив советскую власть у себя, развивалась более опережающими темпами, чем весь Советский Союз. Продукция давала выше. За 10 лет... Первые 10 лет советской власти в Дагестане бюджет республики был увеличен 14 раз, доходы населения увеличились 8 раз. По традиции в этот день были возложены цветы к памятнику вождя пролетариата Ленину и к памятнику революционерам. После торжественного митинга мероприятие продолжилось в Доме дружбы, где состоялся праздничный концерт. Перед его началом в необычной обстановке была развернута экспозиция советских агитплакатов. Под звуки революционных и советских песен начался торжественный вечер. Со словами поздравлений к присутствующим обратился первый в РИА заместителя председателя правительства республики Анатолий Карибов. Никто не знает сослагательного наклонения. Никто не знает, что стало бы с Россией, если бы не случилось февральская и октябрьская революции. Но революция произошла и знаменовала переход России в новое качество, переход трудный, болезненный, но очень важный. Торжественный вечер, посвященный столетию Октябрьской революции, прошел в дружной и теплой атмосфере. Мероприятие получилось действительно ярким и запоминающимся, как это и полагается, столь значимым в истории датам. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.